Jour 9. Allez, on est de retour sur Tchernobyl. Товарищ, Харл, Хилхай, демоны идут за мной! Я видел, как они рыщут в зарослях. Они напали на мой след. Грязные крысы! Ты должен помочь мне, мышонок. Я единственный, кто может победить крысиного короля. Свалка в топачах. Судьба мира в твоих руках. Поторопись. Прошу тебя. Да. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors on a ça pour mon héros. Ensuite on a largage de munitions. Alors les deux sont bons. Почему таракан обратился за помощью к тебе? Он здесь давно. Наверняка есть другие, готовые выполнять его поручения. Он знает о нас с тобой больше, чем говорит. Будь осторожен, любимый. Alors, jour 9, Копачи. Ça va. Oh, c'est quoi ce truc merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu sais cette petite saloperie? Crache dessus, hein? Saloperie. Oh, j'ai enfin récupéré des crochets. Ce qui est une très très bonne chose. Je pensais que ça allait être un NPC qui allait me la prendre, mais en fait pas du tout. C'est un meuble tout simplement. Que j'ai pu craft et du coup maintenant je peux me crafter précieux. Alors je casse la figure. Voilà. Hop là. Voilà, ça fait plaisir.
les champignons, c'est toujours bon. Mais avant ça, j'ai envie d'aller par là. Pas fait un peu arnaquer là. Quelqu'un qui vit ici. Ok. Bon. Faire. Je vais me faire buter par City. Merde. Quel enfer. Quel enfer. Ah du coup je sais pas par où. Ah mais... Oh quel enfer. Ok, super. Avec les voix et tout là, c'est l'ambiance est parfaite. А. Боже, что за опыты проводила КГБ? И НР пытается продолжить его работу. Faire. Ah.
Bon, on a tout fouillé. Il y a un champignon là. Une plante. Bon, ces nouveaux adversaires là sont assez redoutables. Pas se mentir. Похоже, этот чокнутый старикан и сам неплохо справляется. След из дохлых крыс. Вряд ли это совпадение. Ай. Mais jugez pas, faut bien manger. Hein. Faut pas la fine bouche. Dans un univers post-apocalyptique. Нар здорово его потрепало. Надеюсь, он еще жив. On va pas tuer. Копай давай! Ты нашего друга убил. Скажи спасибо, что мы спешим. Не торопи. Хочу посмотреть, как он старается, прежде чем получить свою пулю за Мишу. Если я хочу вмешаться, нужно сделать это сейчас. Копай давай! Ты нашего друга убил. Скажи спасибо, что мы спешим. Не торопи его. Хочу посмотреть, как он старается, прежде чем получить свою пулю за Мишу.
Если я хочу вмешаться, нужно сделать это сейчас. Да? Привело тебя сюда. Я слишком важен, чтобы меня застрелили шестерки из нар. Кажется, нашим путям суждено пересекаться и дальше. Может, тебе примкнуть к нам? Твое сердце растирают противоречия, мышонок. Не знаю, что и думать о тебе. Сейчас ты мне помог. Но я помню, что ты завалил проверку великого крысолова. Ты получил, что хотел, разве нет? Я не дал нар пробраться в твою берлогу. Я замел за тобой следы. Верно. Это верно, мышонок. Я присоединюсь к тебе, но ты на испытательном сроке. Не разочаруй великого крысолова снова. И меня тоже. Хочу задать тебе пару вопросов. Пожалуйста, отвечай как можно точнее. Это важно. Я совершенно точно постараюсь, мышонок. Для начала расскажи, откуда у тебя музыкальная шкатулка Татьяны? Она пришла ко мне. Женщина. В красном платье. Пришла к тебе? Когда? В мои сны. Она годами преследовала меня во снах. Она сказала, где найти эту штуку. Шкатулку. И о тебе упоминала. Что именно она сказала? Она сказала, что ты можешь сыграть важную роль в борьбе с крысиным королем. А еще хотела, чтобы ты нашел шкатулку. Чтобы убедился, что все это по-настоящему.
Она мне тоже постоянно снится. Сначала я думал, что это просто мои фантазии, но... Нет! Не говори так! Она абсолютно реальная! Даже не смей в этом сомневаться! Зачем Нар пыталась тебя убить? Разве это не очевидно, мышонок? Для меня уже ничего не очевидно. Я единственный, кто стоит между человечеством и крысиным королем. Его слуги постоянно пытаются убить меня. Может, выйдешь из роли на минутку? Кто ты такой на самом деле? Из какой роли? Тут все совершенно по-настоящему. И сам таракан куда более настоящий, чем ты. В твоем имени есть какой-то смысл? Таракан, он таракан и есть. Скромная тварь, возродившаяся из пепла чернобыльской катастрофы. Мелкая, живучая. Я был обычным человеком, как и ты, мышонок. Но провидение призвало меня на борьбу с крысиным королем. Так появился таракан. Ладно. Приятно было пообщаться. Ok, donc maintenant on a 3, on est 4, donc hop, ouais, toi t'as rien, classique. Ah ouais, la centrale là-bas elle est complètement YOLO. Les bâtiments là-bas sont contaminés. Ah, il commence à y avoir pas mal de contamination à toute la région là. Enfin, allez, hop. Du coup on s'arrête là. Attends, on va peut-être faire le WNC. Namaste, Igor, youpte. И тебе привет, гуру Михаил. Видел тебя недавно с картами. Любишь азартные игры? Это карты, Таро. Вот как. Гадалкой подрабатываешь, значит. Где же твой магический шар? А сейчас вспомню, где я его оставил. А, точно, у тебя в жопе. Для тебя все говно, что не вписывается в твою унылую научную картину мира. Я не люблю суеверную чушь, которая не имеет никакого отношения к реальности. Спорим на твою тощую жопу, что в мире полно вещей, которые так легко не объяснишь. Нужно шире на вопросы смотреть, а не в книги зарываться. Таро! Охрененная вещь! Надо только дать им шанс. Ну, допустим. Что говорят Таро? Кстати, я для тебя сегодня уже вытянул карту. Влюбленные. Неплохо? У этой карты много значений. Очевидное? Я и Татьяна. Умница. Но еще она означает необходимость сделать выбор. Выбор, последствия которого невозможно предугадать. Чтобы разобраться, надо еще одну карту вытащить. Не хочешь, Игорь? Пожалуй, останусь в рамках своей унылой научной картины мира. Спасибо за предложение. Alors, où est le vieux là? Tiens. Есть минутка? Ты о чем-то хотел поговорить? О ком-то. Ты знал, что у Антона есть дочь? Даша. Боже. Он много о ней не рассказывал, хоть мы и дружили. Я иногда задавался вопросом, почему он не тратит деньги на выпивку и женщин, как остальные. Он откладывал деньги, чтобы обеспечить ей будущее. Образование, все такое. Хотел, чтобы ее жизнь сложилась как надо. Для себя я решил, что позабочусь о ней, когда мы здесь закончим. Но никогда не знаешь, как все сложится, верно? Поэтому я хочу попросить тебя о серьезном одолжении. Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты нашел Дашу и отдал ей мои деньги. Пожалуйста.
Оливер, не надо так говорить. Когда мы совсем разберемся, ты сам все это сделаешь. Нет, мне нужно, чтобы ты пообещал. Антон это заслужил. Я обещаю. Faire de la bouffe. Ouais, je vais refaire. Ça c'est fait. Hop. 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 Ah putain, qu'est-ce qu'on est bien là. Parfait, parfait. Tiens, on va améliorer le fusil, on va le donner au vieux. Pour la stabilité, puisqu'il est vieux. Ouais. Ok, c'est bien comme ça. Il est où le papier là? Il va falloir le trouver. C'est quand il bouge pas pour aller se coucher et tout, ça, je trouve que ça manque de vie sur ce point là. Après évidemment, je chipote. Je vais le trouver le vieux, je vais le trouver. C'est forcément bien quelque part. S'il serait pas dans ma chambre. Non. Incroyable, hein. Là, on l'a trouvé. Putain, il a une bonne tête, hein. Tarakan. Il a bien pu foutre ses... Attends, ce vieux-là. Bon, je sais pas où il est. Ah mais il est là. Мир обречён, мышонок. Давай потише. Ты так нар на нас накличешь. Или чего похуже? Я вижу нас всех на дьявольских облаках и чувствую прикосновение преисподней. Зеленый рой распространяется, как лесной пожар.
уничтожая все на своем пути. Крысиный король торжествует. Но он и сам не устоит перед ужасом, который освободил. Ничего нового, значит. Ты все шутишь, мышонок. Но скоро тебе будет не до смеха. Скажи, что мы делаем с поломанной вещью? Чиним или доламываем? Это ты про Чернобылит? Это я про мир. Не уверен, что я тебя понимаю. Как ты считаешь, почему Крысиный Король выбрал этот мир, чтобы явить свой гнев? Уж точно не потому, что мы такие благородные и замечательные. Скорее потому, что мы злые, грешные и испорченные. В основе своей именно наши поступки призвали его. Мы с самого начала времен творили ужасные вещи с себе подобными и с миром, который населяем. Кто знает. Возможно, это наша кара. Возможно, мы заслужили. Заслужили что? Приход века крысы. И мы проведем наши последние дни, искупая свои грехи. Или нас истребят без пощады. Я не философ и не пророк, но я уверен, что мы еще можем стать лучше. Посмотрим, мышонок. Но судный день близко. Опомни мои слова. Je peux venir te voir. J'allais chercher une armure. C'est pas là. C'est pas ça. Attends. J'ai un peu de tout, hein. Elles sont où? Elles sont là. Ah. Что случилось, мышонок? Могу я взглянуть на твои вещи? Конечно, мышонок. Ça et ça. Voilà. Bonne résistance, l'artifice. Et du coup, ouais, l'entraînement. On va faire l'entraînement. Hop. Je tombe bien d'ailleurs en compétence là. J'ai 2 points. On va se prendre. S'entraîner. Привет, таракан. Я тут вот что подумал. А ты можешь меня чем? О, конечно. Я благословлен мудростью великого крысолова. И к тому же много времени провел в зоне. Могу дать тебе пару советов. Ennemi, камуфляж, mise à jour de GCL. C'est quoi ça? Les ennemis ont plus de temps à repérer. Poussière, la fuite, c'est désormais 10% de ressources en moins. Putain, j'aurais tellement kiffé de l'avoir plus tôt, ça. GCL 2. Отлично. Ça. Я готов учиться. Ça, c'est cool. Ça, je... Это важно для тебя день, мышонок. Ведь сегодня ты станешь котом. Теперь, после доработки КПК, ты сможешь обнаружить гадких солдат нар, теней и прочих живых существ. А еще... Я поставил тебе батарею большей емкости. Так ты сможешь сканировать почаще. Правда, это ненадолго. Потом батарею придется выбросить, а то взорвется. Как по мне, это очень полезная штука, если ты уходишь на охоту или просто пытаешься избежать опасности. Перейдем к практике. Я спрячусь, а ты меня ищи. Надеюсь, ты все понял.
Ты ведь умный мышонок. Закрой глаза и считай до 100. И не подглядывай. Отлично, мышонок. Видишь, какая полезная штука. Сейчас, секунду. Не забывай, ты или охотник, или жертва. Таков закон природы. Bien, voilà. Nouvelle compétence, très utile. Et du coup, on va s'arrêter là. Je vous dis à très très vite. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.